Времени суток, уважаемые зрители и подписчики наших каналов. С вами Артем Динамик. You like my style. И Чувак, мы со мной играем в зомби. DayZ. DayZ по просьбам Со мной зомби трудящихся. уже. За мной зомби бежит. Вы пошли тогда отсюда. Нашел я Пашу. Ты видишь его, да? Кого? Зомбак за нами, прямо. Нет. Ты его не видишь? Нет. Зря. Потому что сейчас он тебя сожрет. Нет, он меня не сожрет, потому что я его не вижу. Так, окей. Слушай, у меня такое ощущение, что нужно его убить. Паш, тут не стреляй. Да? Там у тебя топор хороший, зачем стрелять будешь? Я вижу, что у меня топор, но, по-моему, он у меня хотел сломаться когда-то, нет? Да он не сломается, не переживай. Ёпта! Чё? Они, короче, с горы на нас катятся. Чувак, нужно отсюда ноги уносить срочно. Чувак, ни одного зомбака не вижу. Ты где? Они я наверху. Бегают, они повсюду. Я не могу наверх подниматься, у меня он пешком. Налево, налево иди, налево. У меня пешком он идет. Налево, налево повернись. Я вижу тебя. Ну и пошли нам туда. Они тоже пешком как бы будут за это да. подниматься. Окей, а то я уже не играл в стрелят. Блин, они двое бегут. Блин, я не знаю, у меня никого нет. Так, тебе воду надо было набрать. О, меня ударили, прикинь. Кто тебя ударил? Я не знаю, как они меня ударили вообще, эти падлы. Я вообще бегу просто вверх. Я слева, Паш, ты куда ты бежишь, господи? Да я... Они прям за мной бегут, ты не видишь их. Нет. Убей их. Я их не Убей вижу. Как-нибудь. О, вода, вода. Пойдем купаться. Я их слышу, но их не вижу. Это плохо. Я купаюсь, короче. Ну да, купайся, сейчас тебя сожрут тут. Ты видишь меня? Сейчас нет, а ты лег. Я бы на болотах так не шутил, Паш. Это, наверное, плохо. О-оу. Чё? Что это такое синим написано сок? Ты промок. Соп. Это плохо? Ну да, заболеть можно. Так, я выписываю Нужно последнюю банку воды. Принять антибиотик. О, это ты тут? С топором? Да. Ёкарь, баба, я тебя из воды жду. Тут сзади мужик с топором подбегает. Это Чикатило местный. Кто там бегает? Я, пошли. Да я ем, короче, там кто-то вроде бежал. Пошли. О, и когда я высохну, слушай, мне, наверное, нужно погреться на солнышке. Да не, просто надо бегать, я вон высох, ничего, нормально. Так, где ты? Я наверх, сзади тебя, Паша. Мы идем туда. Как Паша, он гений, ориентируй на местности. Слушай, так я на солнце посмотрел, обернулся, тебя уже нет. Ты сливаешься с природой. Ты мастер, короче, этого. Камуфляжа. Да, мастер скрытности. В этом-то все и дело. Ну и блин, ну сколько буду теперь мокрый. Я боюсь, я заболею, на этом наша серия закончится. Нет, ты заболеешь ночью, но ночи здесь нет. Ты огорчил наших подписчиков. Да, это мы сервер, к сожалению, ну, точнее, не к сожалению, мы просто так как надо снова привыкнуть к DZ, мы взяли дневной сервер, потом перейдем, он, в принципе, с единой базой со всеми. Ну вот, но... Такие пешочком поднимаемся. Да, я уже рванул. Так. Ну, давай, ты беги уже. Блин, я не понимаю, неужели они не могут как бы пробежкой подниматься в горочку? Ну, тяжело, чтобы, ребятам, тяжело. Чтобы было реалистичней, на самом деле. Так, оп-оп-оп-оп. Так, смотри, там, по-моему, каменка уже сейчас будет. Нет, каменка дальше, ладно. Они мне говорят, туда. Я конкретно, короче, я промок. Все. Сейчас, погоди. Весь до ниточки. У меня бинокль есть. У меня компас не достается. Я возьму бинокль и посмотрю на эту красоту DayZ. Так, вот туда нам пошли. Где ты? А, вот вижу, все, бегу. Беру эмочку. Так, у нас с водой проблема, давай не спеша, спокойно. Да, я все еще очень хочу пить. Я попил, поел. Стрельба, так. Слышишь, слева? А? Слева стрельба. Нет. Слева кто-то стрелял. Я слышал, что кто-то ходит вместе с нами слева. Может, это и стрельба была? Ну, стреляют. Бам-бам. Слышал. Сейчас, да. Я думал, это кто-то идет. Фига себе шаги. Слушай, ты не хочешь в домик этот залезть? А тут ничего нету. Тупо посидеть так ку-ку поделать. Ну... Вижу я там чувака, он далеко от нас, он нас даже не заметит. Пойдем. Что это за волки воют? Там стреляет, вот там, где я, короче, в поле стоял.
Зомбаков отстреливают просто. Да, сейчас нас прихлопнут. Тут просто есть ребята из команды, они вчетвером ходят, так что тут надо будет их опасаться, по сути. Потому что... С щитами, они нас видят на карте. Ну, сейчас за спину ТП сделают такие, оп-оп. Кстати, я не знаю, в DayZ такие что-то есть. Мапхак точно есть, а вот ТПшки, я не знаю. Я в моде видел такой чит. В моде, да. А вот в этом DayZ, я не знаю, есть, нет. Так, скоро дождь будет. Ну, нам бы мапхак мап-хак не помешал. Мап-мап. Реально же смотришь, такой, опа, чувачки. Не, ну это чисто для трешака такого. Ну да. Блин, я и голоден, я и, короче, промок, я и хочу пить, я и хочу в туалет еще. Тут не хватает надписи. Скоро будет, но обещают. Они хотят добавить туалет? Да. Какой, большой или маленький? Да, большой. Весь? Большой, большой, большой. Блин, суть такой, надо будет ходить. Садиться будет? А? У меня вообще FPS просел дико. У тебя все нормально? Я вижу тебя, ты бежишь. Куда бегу? Прямо. О, у меня что за соединение тут с бои? Ты пропал у меня. Я за тебя, потому что. О, все, отлагало. О, ты у меня далеко убежал, в смысле это. Я понял, ну, я лагал, короче. Окей. Чего они хотят сделать с толчком? Короче, суть такая, можно будет в толчке, ну, толчком, да, тем, что ты ходишь в толчок, заражать этих, заражать водоемы. Ну да, если другой игрок наступит в какашечку, то он может заразиться там. Охренеть. Слушай, сюда еще не хватало этих вести собак. Будут собаки, кстати, в ближайшее время. Собаки и лошади. Лошади? Да, на них можно ездить будет. Вот интересно, что с собаками будет. Собаки сторожевые, ходить рядом будет, ты можешь приказать сесть там, атаковать. Нет, а, вот, читака кикнули только что, по-моему. Понятно, вот, что лагал. Не, лагал. Мне интересно это. Будут ли собаки выслеживать других? Да, можно будет. Понюхал такую какашку и пошел. Ну, типа того и будет. Мы вообще куда бежим-то? Мы бежим в Зеленогорск, на военную базу, там поспокойнее одеться. Вот, тебе. И колонку. Колонка там хавчик, тоже есть, там куча. Хавчик-то есть у тебя? Хавчик у меня риса 60% и все. Ну, рис, он жажду как бы повышает. Ну, я пока норм, то есть я чуть-чуть пить хочу, но это не критично. Может, мне противогаз снять? Я пофигу. Я еще чем-нибудь отравлюсь твоими газами. Когда там бежишь, неизвестно, что делаешь. Может, стараешься усердствовать, да? Может, у тебя второе дыхание там открылось? Турбодвигатель. Это надо эти одевать, ультрафиолетовые очки такие. Типа, о! Не ультрафиолетовые, а которые на тепло реагируют. Идешь, опа, у тебя там дымок такой. Тепло сзади выделяется. Палево жесткое. А нам долго бежать до него? А? Нам долго до него бежать? Нет, не очень. У меня 6 дров есть. Вот и хрил. Дрова? Да, у меня дрова. А спички есть? Я не знаю. Да вроде нет, нету. Если, конечно, я их не положил в эту, в аптечку. Хотя нельзя вроде. Не знаю, наверное, нет. Жалко, что тут борщ нельзя варить. Морковка там. Можно будет там всякое штуки варить, но это опять же позже. Чтоб полностью как бы реалистично было. Собрал там морковки, свеколки почистил. Кастрюльку на костер поставил. Борщик задолбенил, и потом с собой кастрюлю носишь в рюкзаке, хаваешь по 10%. Сразу фул это восстанавливает сытость. Ну. Нам надо с тобой разработчиками пойти, или, я не знаю, там, идеи подавать им. Или подачи подавать, да. Серия недавно только началась, и мы уже столько идей. Ну. Хотя у них свои идеи есть, просто. Я не просто так, на самом деле, пустил нас в путь. Бегом, потому что я думаю, что мои зрители соскучились по Like My Style, поэтому пока послушайте его идеи. Мои долбанные идеи, которые никогда не воплотятся. Ну, с борщом. Почему? Может, нас подслушает кто-нибудь. Это как в Outlast, борщ из руки. Борщ из руки? Ну, это такой, как бы, на крайний такой случай в DayZ будет. Отрубаешь себе руку и варишь. А там с одной рукой бегаешь. Главное, не умер от голода. Или ногу, а вместо нее палку вставляешь и бегаешь. Так проще будет, ну.
Потому что с рукой палкой неудобно будет. Ну да, не возьмешь оружие нормально. У меня есть веревка. Ну вот ты можешь уже себе сделать ногу веревку. Я могу просто повеситься, чтобы не париться. Ну да. Чтобы не мучиться. Так, ну что тут у меня все? Весь инвентарь я уже показал по 100 раз. Паш, ты, кстати, знаешь, за скольки патронов умирает человек? Нет, я никогда не убивал их. В голову с одного, в корпус с двух, максимум с трех, если по ногам одна попала. С двух, с трех? Да, то есть не надо, если увидишь человека, всаживать в него всю обойму. Пострелял, так тыдых-тыдых. Ну, с этими лагами в Дейс и спингом, я, может, его уже и убил, но он все еще будет продолжать бежать. Ну, это возможно. Да, ну просто говорю, ну ты не трать просто патроны, так пострелял чуть-чуть, да? И все. Угу. Ну, у меня как бы есть 20 патронов, и 16 вроде есть. Эй, я не понял, а что, обойма? А, нет. У меня реально обойма пропала. Блин, ты его выкинул, наверное. Fucking shit! Сардины, какие нахрен сардины? Я не вижу их. Так, смотрим по Слушай, конкурсу. Ты не хочешь поесть? Поесть пока нет. Я просто предлагаю нам остановиться и спагетти. Только не здесь. Я понял, что не здесь, мы в поле. Сейчас в кусты забежим. Там заодно нужды свои исправим. О, у меня спагетти как бы зелененькие полностью. Все окей, сейчас будет вкусно. Я чуть-чуть пить хочу, я есть-то не хочу. Я предлагаю просто мне поесть, а то я заболею. Ну нужны вот. Силы. Все, короче, я в елку ложусь. Не-не-не, давай дальше до этого лишка дадим. Нет? У елки рискованно? Не, ну ты можешь лежать, но я так хорошо вижу твой оранжевый рюкзак. Как ты его видишь, я сзади? Ну ты лежал, когда ты лег уже вначале. Сейчас до лесочка добежим до этого. Я, кстати, забываю по сторонам смотреть. Постоянно вперед смотрю. Раньше как бы бежал и любовался пейзажем. Кстати, на этом сервере какие-то фризы непонятные. Я предлагаю нам зайти на русский сервер, где 60 слотов и все полные. Вот если мы туда сможем зайти. Так, ты пока давай кушай здесь где-нибудь, а я пойду вон туда схожу. Я лег возле елки. Так, спагетти. У тебя топор один, да? Да, у меня один топор, у меня нет открывашки. Я, наверное, сейчас посмотрю, что у меня в этой лежит. Шприц какой-то у меня в этой аптечке саной. Что в этой... Уголь и лоскуты. Неужели перевели? Раньше вроде не было. Так. А где у меня спагетти-то было? А, вот она. Пока там меню выбирает. Стрельба опять. Процента спагетти сохранилось. Опять стреляли в том направлении. Куда мы бежим? Ты слышишь, как я ем? Нет, это далеко. Даже тебя не вижу. Капец, так долго они стали есть, реально. Так, ты где? Я лежу там, я где вижу я тебе тебя, сказал. Да. Сейчас, вот он лежит, смотрите. Вот выстрел. Пух! Все, like my style убит. И чё я... Самое интересное, я хрен бы заметил тебя, если бы вот так вот бежал, просто ну вот там вот, да? По сторонам глядел, я бы хрен заметил бы. А ты там бегаешь? Да, несмотря на то, что у тебя оранжевый рюкзак, только знаешь, что ты должен быть где-то здесь. Так, Паш, там стреляли не так далеко. Давай, может, все-таки... Да я уже 3 раза поел. Зад он... поднимем, мы побежим. Всё. Я бегу. Что такое было? Зомби? Нет. Кто-то тявкал. Ты что побежал так? Да что-то задумался. Я испугался, я тоже побежал. Он мне говорит, что я хочу пить. Ну, он тоже говорит, что у него жажда. My closest... Сокет. Как это слово правильно читается? Соп. Почему соп? А почему на конце Д, ЕД? Ну я не знаю, как там. Соп? Не, сокет. Сокет. Я не знаю, как что-то написано. Я же не вижу. Сокид, может, сокид, я не знаю. И, короче, он мне говорит то, что я. Моя одежда все еще мокрая. Я не знаю, как ее высушить. Вэт влажная будет. Потом влад будет, она влажная будет, а потом... Ну, когда мы тогда играли, этого не было. Нет, это нововведение, когда дождь ввели и намокание одежды.
Зря я лежал в болоте. Где там лежал? В речке. Да ты, по-моему, если даже штаны намочишь. Я хочу, чтобы добавили зиму еще. Нет, смена погоды не будет. Плохо. По следам ты представь нагрузку на сервер. Ну да, это, конечно же, опять эти придется всякие эти добавлять. Ну, графические штуки, ну, да. Чтобы были следы. А кто будет играть на минималках, у того не будет следов. Я скажу даже больше. Следы, но... А теперь представь, каждый игрок будет вставлять следы. Нет, просчет, ну, какой серверный. Это же это, понимаешь, со временем-то они пропадают через секунд. Ну, не через секунд, хотя бы через пару минут. Так будет лучше. Так, ну, вон туда. Типа, ты это, в городе кого-то увидел и идешь за ним по следам, чтобы было как бы реально. Ну, то, что они как бы не успели пропасть за пару минут. Так, показалось мне, что там бежит кто-то на нас. Можно было бы бежать и в бинокль смотреть. А чё, реально? Вот реально же можно так. Только можно в дерево врезаться. И нос отбить себе, когда он будет. Да там не только так, нос. Чё, мне вон там елки впереди две, мне там не очень нравится. Когда ты в реале с биноклем врежешься. Ты меня тебя... слышишь? Я слышу тебя, я просто хочу мне сказать. Мне показалось, что... там движение. Так, да? Значит, смотрим туда куда-нибудь. Внимательно. Бинокль просто тебе в глаза войдет. И все. На этом беготня закончится. Ну и что тут? Ничего нет, показалось. Ты, может, зайка проскакал, что-то бывает. А что тут есть они? Зайцы, да. А, они были убить. Же вроде. Они а? Были, да. Были, они да. были, есть. Ну я смотрю вперед просто увеличенным зрением. Пытаюсь увидеть что-нибудь. Я еще к монитору. И я опять проголодался, это бред. Это такой бред. Я только что нажрался спагетти и уже проголодался. Да это может из-за противогаза. Короче, я сейчас его сниму, погоди. А как его снять? Просто перетащить в ячейку? Перетащи в инвентарь, да. Блин, он большой. Мне нужно место освободить, погоди. Три топлива на плющихе. Ты встал просто шикарно. Я не могу... Что за бред? У меня ячейки заняты, но... Сардины... У сардинов нет, короче, иконки. Все, я снял его. Я теперь в очках и в шлеме. Я крутой байкер. Ну, пошли. Пошли. У тебя патроны-то хоть есть? Один. Ну, в смысле, я вон в затворнике один. У меня обоймы нет. Mm-hmm. Была бы обойма, я бы вообще не кипишовал. У меня только есть один шанс попасть в человека. Но она снимает нормально, там вырубает, можно сказать, сразу. Это же как снайперка. Ну, она не как... Ну, да, она сейчас идет как снайперка, других по сути, нет. Есть еще одна винтовка новая вышла. Забыл, как называется. Вот, то есть оружие прибавилось. Арбалеты появились. Ну, арбалет, как обычно, бесполезное оружие. Ну да. В зомбака хрен попадешь, против человека тем более, блин. Только стрела ну, тебя с пистолета убьют быстрее. Угу. Так, единственное, это... что арбалет хорошо, когда там чувак с топором на тебя бежит, в ногу хотя бы попасть. В ногу попало, она с вероятностью 80% ногу ломает арбалет. Вот реально, вот как этого избежать, эту то, что я промок, скорее бы. Потому что мне прям красным пишут то, что я мокрый. Красным то, что ты мокрый? Да, с ног до головы. Мне синим писали. У меня синим обозначено. Подожди, может быть... Подожди, что у тебя ты говорил? Как пишется? S-O-A-King. Суакинг, Суакинг. Ну да, ты промок. Ты красный? У меня красным это писало. А в это написано сокет. Сокин. Слушай, я после этого, наверное, точно перевод надо посмотреть, что это значит. Да ты мокрый. Нет, там написано было сокинг. Сокинг. Ну. А здесь сокет написано. Ну, промок. В прошедшем ну. времени, а это... Там типа промокший. Да. Ладно. Разобрались. Так. Смотри, вон. О, да... О, у меня спички есть. Слушай, может мне поджариться? Сейчас, погоди, пойдем посмотрим. Это мы не пришили случайно уже? Я вот эти вот дрова ношу с первых серий, и реально им применения нет. Как? Ну как да, сейчас им по сути нет применения. Потом, когда мясо появится, его надо будет жарить, там, кипятить воду и так далее. Нет, они хотя бы просто сделали элементарное. Ложишь пару дров и спичками зажигаешь. А да раньше так и было. Правой кнопкой на спичках нажимаешь и разжечь костер. Он кладет дрова и зажигает костер.
Он прям реально горит потом. Ну, конечно. И все сейчас увидят. И, ну, а, и сейчас, по-моему, нету. Понимаешь, мне очень странно. Все наработки, которые были в Army 2 и DayZ, они просто удалились. Стрельба. Стрельба справа. Пошли посмотрим. Пока ты базарил, я ничего не слышал. Ты присел? Да. Напрягнулся, типа. Слушай, я могу лечь и бинокль... Не, я не могу лечь. Я могу бинокль просто посмотреть. Давай бинокль достану. Это будет у нас... Да тут и так будет видно. О, ты, пока ты, сидя отли... смотреть. Можно тебя попросить на будущее? А. Вот так вот, не садись рядом со мной. Два оранжевых таких, знаешь, пятна больших. Одно большое пятно из двух рюкзаков. Это не очень хорошо. Слушай, я вдоль дороги смотрю. Там дома еще какие-то стоят. Нам к тем домам, по идее. Справа я, то есть, говорю. Нам же налево. Нам налево. Спри... Ладно, нам, пошли нам спокойно. Давай на спринте. Так, погоди. Ладно, бегу за тобой. С биноклем в руках. Нам нужна колонка. О, хорошая снайперская нужна... позиция, кстати. Тут пасти некого, а снайперская позиция прекрасная. Тут ложишься, со всех сторон кустики, елочки. И смотришь на город. И смотришь, как два чувака бегут. Ну да. Так. Так. Видишь лес перед нами? Вижу. Там небольшая остановка будет у нас на осмотр. Я там вроде дом вижу сквозь эти елки. Ну там дальше дома. Так. Ты меня такой протолкнул. Протолкнул? И чё ты здесь стоишь, чувак? Я пушку убрал и бегаю как угорелый. Ага, и как только на нас нападут, ты будешь биноклем махать, да? Да, я же забуду, на чём у меня М-ка. Ну? Я специально так делаю, чтоб экшен был. Чтоб паника была. Ты хочешь вот до этого леса прям добежать? Ну вот, до перед нами который. Я сейчас добегу до него и поем по-быстренькому. Ну конечно, пошуми. Че тут зомбаков что ли нет? Мало. Я просто лягу и все. Если что, меня прикрой. Вот эти вот сардины саны. Так, как они открываются? Прекрасно лег. На солнце прям. Да хоть в елочке заползай. Так. Пашка. И где сардины? Я их открыл, они пропали. Cool story. Very cool story. Так. Ты это, ты далеко там убежал от меня? Я дальше побежал к дороге, туда, к домам. И посмотри, что это за село надо. То может мы далеко уже убежали. Ну, ладно, я за тобой. Блин, что такие фризы-то? Реально фризы. Я М-ку нажал достать, и он только через 3 секунды ее достал. Я уже думал, у меня она пропала. Павлова, нам дальше на север. Не так далеко. Сейчас тут полутаем чуть-чуть в Павлово. Там зомбак вроде стоит. Где? Да, это зомбак. Я, если что, слева от тебя, прям параллельно тебе слева. А я прям к зомби бегу. Может, в церковь зайдем? Я туда иду. Вот ты вон ты куда убежал? Угу. Охренеть, а я к зомби пошел. Сейчас такой чувак на машине приезжает. Какой-нибудь. Машина будет только в конце года. Блин, долго они. Да, и в конце года Дин Рокет покидает Богемию и все. Так, бегом не бегай, да, на приседки давай. Почему? Слушай, что, реально Дейс закроется? Нет, Дейс не закроется, но... Разработки не будет. Будет, но она будет делать с людьми за это не радеющими. Так, церковь невходябельная. А вроде были эти... которые можно было открыть двери. Нет? Да не. Ой, не понажал. Так, ай. Где колонка? Вроде у церкви есть колонка, нет? А? Нет. Колонку нужно. Да тут есть день колонка, пошли. У меня что-то дом мерцает. Так, на приседке спокойно. Даже можно на шифте чуть-чуть подходить. Колоночку поискать, чтобы без эксцессов. Так. Такие два идем. Ладно, тебя подальше. Че, твою колонку увидел здесь?
Да по-любому где-то здесь есть. Я не знаю, где. Сейчас колонки, кстати, частенько стали встречаться. Не бегай. Вот тут ее определенно нет. Найдешь пожарный топор, скажи мне. Я с радостью бы нашел его, потому что мой вроде ломался. Да, у меня просто вообще не пожарный топор. Он вообще зомбаков не убивает толком. Там зомбак стоит, ты видишь его? Да. Снимешь его топором? Я не знаю, я давно не махался, но сейчас попробуем. Ну, хочешь, дай мне, я снимаю. Да не, я сам хочу умереть. Я такой пошел, ты видишь это? Да, давай иди. Дун-дун-дун-дун-дун, мазафак! Какого хрена я... Бей его! Эй, почему не бьет? Ты в стойку встань. Тебя ударили? Я не знаю, что происходит. Ты видишь это? Да, ты его бьешь. Я его 5 раз ударил. Да, у меня такая же фигня. По голове бей. Отойди, ладно. Все отлично. Я раньше с одного удара убивал. Погоди, вот что мне с топором? Badly damage, чувак. Я не понимаю, как мне переключиться на бег-то? Пробил нажми. И правую кнопку нажми. Один раз. Правый? Да. Еще раз правый. Нажал, ничего не происходит. Я это не знаю, у тебя... Возьми винтовку, посмотри, там в прицел никакие не целишься. Целюсь. Ну, вот только я убрал прицел, и все равно иду. Я только... Я когда жму Shift, у меня он тогда... Shift бежит. Два раза нажми. А, это эта херня. Я когда зомби увидел, перепугался. Понажимал там всяких кнопок. Блин, я раньше их с первого раза убивал. Да. Так, ладно, здесь, по-моему, колонки нет. Сейчас дома быстренько лутану. Слушай, там кто-то орал. Я не слышал. Как орал? Зомби где-то орал. Ты что, нельзя забор этот перелезть? Это что такое, тыква, что ли, растет? А, да, прикол, да, тыква растет, а собрать нельзя. Cool story. Я же туда даже попасть не могу к ней. Ну что, там есть что-нибудь? Там нету. My clothes, короче, и все. Промокшая моя одежда. Смотри, тут вроде есть хавчик вот в этом доме. Нету кроссовки, банан. Гнилой. Так. Вот тут, интересно, есть колонка? С забором. Не, а нету вроде. Не, нету. Так, ты где? Это этаже. Знаешь, что это Павлова? Да я знаю, спасибо. Посмотрел уже где-то? Ну, там на знаке. Там же, где и ты. Где ты? Я? На втором этаже был? Ты что такое этот? Маньяк. Маньяк Чикатило прибежал. Я отрежу тебе твою висюльку. Ой, хыдыщ. Я пока сока попил. Так. Пока она тут пел. Меня это не испугало. Черт, сейчас. Ну, берись. Сейчас. Посмотрю. Нам на север, нам туда, в сторону церкви. Нам, чувак, в сторону колонки. У тебя нет такого на компасе? Блин, нету. Ну ладно. Так что ты? Прикольно было бы. Знаешь такую песню? Да, я знаю. На-на-на-на-на-на-на. И потом тебя YouTube такой: авторская права, чувак. За мою песню? За что? За твою? Это ты ее написал? А ты не знал? Я любитель писать песни. Нет. Ну ладно тогда. Значит, он мое видео блокнет такой. О, Артем Динамик делал в твоем видео, это плохо. Так, ладно, давай рвем, на 3 километра еще по сути. Слушай, бежать. Тут это, а раньше были эти указатели из Зеленогорск? Конечно. Да, еще конечно. Нужно прям по дороге прибежать? Да, по дороге 3 километра. Окей, побежали по дороге. Колонка. Ура! Я просто не вытерпел. Хочу пить в игре и попил в реале. Сока. А как тут надо drink water? Берешь баклажку в руки. Drink water. Пустую. Drink water. Сейчас я зомби, слышу. зомби. Где? Не знаю, визжал. Да, бежит!
Щет. Ой, щет, он меня ударил. Ты чё, падла? Какого хрена на, тут на, происходит? На-н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 а
ты делаешь? Ты землю бьешь. У меня зомбак здесь. У меня зомбак здесь. Я вижу тебя. На-на-на-на. Но ты не промахиваешься. На-на-на-на. Блин, я попадаю, я вот только сейчас промахнулся. Я его огрею. Погоди. Отошел? Нет. На-на-на-на. На-на-на-на. На, падла. На, падла. На тебе, Чикатило, ссаная. Я ему тоже просек, я его просек, видел? Побежал. Все, я предлагаю нам попить. Ну, попей. Что за херня, я на колонку залез. Так, ты видишь, я чуть... Да. Что за бред? Да ё-моё, да... Я упился до зеленого. Прикол в том, то что... Ты зелёный стал? У меня зеленый индикатор. Ну, слишком много воды, короче. Такое бывает? Угу. Я еще попью. О май гад, я уже столько выпил, и все равно у меня это... Чё? Да что за бред-то у меня? Зомби бежит. Ко мне? Не знаю, орёт здесь. Давай там это, устроим ему. Ну, а карнавал. О, неужели я напился? Слушай, мне надо бутылку наполнить, две бутылки. Взял в руки, да, и что теперь? Ну, и к этому. Fill bottle. Да. Так, одна есть, 100%. Берем другую. Ай, что за бред? Так, я лучше так сделаю. Fill bottle. Ты зомбака там это спугнул? Да он что-то не прибежал никуда. Что там опять админ делает? Ничего, пишет, что он админ. Hello guys, I'm admin. It's all okay. I love you. Что я не вижу, чтобы он такого писал. Блин, я что знал. Hello guys. Hello guys. Ты где? Hello my guys. Я в доме тут рядом. Рядом в доме? Я... Ни одну патрон не попал. Ты по кому стреляешь? По тебе. Ладно, то вот ты мертвый, да? И попал все-таки. Я хочу, знаешь, что поесть? Риса. И потом напиться. Поешь рис, да напейся. Я слышно, ой, смех, да. Хруст-хруст делаю. Ага. Он по 10% отнимается, так же, что-то у меня он... О май гад, так долго. О, я наелся, зачем я еще раз нажал поесть? Вот одежду мне бы не помешало высушить. Ну, мы сейчас серию закончим, я тебе потом расскажу, как она сохнет быстренько там между сериями. Окей. Я бегу за тобой. Сейчас уйдем в лесок, и надо давай заканчивать уже серию. Давай. Так, там братюня. Он нас заметил. Сейчас последняя схватка с братюнем. С братюней будет. Он бежит. Вот. Он так смешно бежит. Чикатило. Стой, чувак, я бинокль возьму. Давай. Да ты сдохнешь. Ой, ты какой-то трещ. Трещ? Трещ? Угарь? Я за вами в бинокль смотрю. На что же это похоже? Это... Он умер! Мы видим, как убил осыпь. Паша. Ладно. Слушай, я прям вообще такой веселый парень с топором. Что там, патроны есть? У него? Я что-то на него навел, у меня патрон. Да нет, это типа инвентарь, его можно посмотреть. Но у него пусто. Блин, я только хотел нажать спрятать тело, он пропал. Ну ты спрятал, наверное. Не, я не успел нажать.
Я даже не пролистнул туда. Ты где? Я? Лес рублю. What the fuck? Слышь, стрельба? Да, да, он реально рубится. Он не рубится. Не, ну звук-то есть. Звук стрельбы. Ну-ка, да я. Птину слышал. Сейчас такая толпа зомби бежит. Ну да. Так, ну и чё, давай тогда заканчивать эту серию. Давай. В этой дьявольской серии с вами были Артём Динамик и... Like my style. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, обязательно комментируйте. А кто не сделает, затем придёт. Затем Чикатило придёт. Да. Ладно, всем пока. До встречи. Всем пока.